Отже, раді представити гості нашої студії, директора Центру європейської освіти дорослих, доктора педагогічних наук, професора, голову організаційного комітету фестивалю Human Design Олена Піхота. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами. Ну і, звичайно ж, виконавчий директор Центру підтримки бізнесу Артем Ващовенко, людину, яку досить часто ви нас в студії бачите також. Доброго ранку вам, дякую, що ви з нами, виділили час для того, щоб поспілкуватися. Насправді, неформальна освіта для дорослих, поняття з'явилося ще в Сполучених Штатах Америки ще в 60-х роках минулого століття, проте до нас воно якось доходить з величезним відставанням, і нарешті вже закон про освіту прийняли, там є правки, там є вже вказано про цю неформальну освіту, тому тема у нас сьогодні чи не найактуальніша. Хотілося б спочатку поговорити про фестиваль. Що це за фестиваль, коли і як проходив, хто в ньому брав участь? Фестиваль пройшов в це воскресенье, він проходив в Русському академічному театрі. В фестивале приняли участие, да, фестиваль это проект, который был представлен Центром образования взрослых на конкурс мэрии и победил в этом конкурсе. У фестиваля есть инициатор, но есть группа людей, которые объединились в оргкомитет. Фестиваль прошел на базе нашего русского театра. Вы знаете, наш прекрасный летний дворик русского театра. В фестивале приняли участие более 40 тренеров, спикеров. Это люди не только из Николаева, это люди из других регионов Украины. Принимали участие киевляне, винничане. Делились опытом и знанием все. Ну да, мы все делились друг с другом. Да, приезжал тренер из Бурштина, очень известный у нас. Но я бы немножко хотела вернуться, чтобы поддержать ваши слова. Вы знаете, неформальное образование взрослых действительно в мире существует около 100 лет. Но признание на государственном уровне, оно, к сожалению, у нас в стране, получила только вчера или позавчера принята редакция. И поскольку я считаю наш Николаев академичным городом, то это очень справедливо, что в преддверии принятия вот этого закона наши николаевцы, те, кто организовывали этот фестиваль, откликнулись на самый главный запыт, на самый главный выклик нашего, вызов нашего времени сегодня. Поэтому фестиваль, если говорить еще о фестивале, то в рамках фестиваля прошли 5 локаций. Первая локация рассматривала вопросы гражданского образования. Вторая локация называлась «Экономическая компетентность». Третья – «Финансовые технологии». Четвертая – «Система безопасности», «Безопасность человека в большом городе». И пятая – «Культура и искусство нашим жителям». Я вам должна сказать, что локации все формировались не сразу, а в процессе, и они были рассчитаны, и они построились вокруг тех лидеров, которые у нас занимаются неформальным образованием взрослых именно в этом направлении. Я еще добавлю буквально небольшую часть. Ну, мне, конечно, мне больше понятен академический подход к неформальному образованию взрослых, поэтому сегодня разрабатывается преподаватель, который будет им заниматься, это андрагог, ему помогают тренеры, есть такое понятие герагог, и будет нарабатывается, уже наработана концепция неформального образования взрослых, но в основу любого документы, любой концепции всегда должны закладываться какие-то научные основы. Мы отталкивались от компетентности, жизненной компетентности взрослого человека. То есть, насколько компетентен должен быть человек, чтобы создать себе счастливую, продуктивную жизнь. Мы не смогли охватить, конечно, все компетентности, вот, но основные попытались затронуть. И я бы хотела, наверное, попросить поддержки Артема Николаевича, потому что необыкновенно была популярна его локация. Мы видели это по Фейсбуку, да, потому что многие постили все-таки фотографии с этой локации, ну и видели, что вы были спикером. Да, ну, смотрите, прежде чем мы детальнее поговорим о том, что происходило, в частности, вот у нас на локации, посвященной экономической компетенции, давайте поймем ключевой момент. Почему, на самом деле, именно в Николаеве прошел первый фестиваль неформального образования взрослых? Ну, ни для кого не секрет, что сегодня практически территориальные общины, городские, областные, мы находимся в состоянии глобальной конкуренции. Мы конкурируем за инвестиционные ресурсы, за человеческие ресурсы, поэтому наиболее конкурентной и успешной будет та община, где как можно раньше осознают, что знание – это и есть тот ключевой ресурс, который позволяет развиваться,
общине, ну, городу, да, Николаеву. На рынке надо быть конкурентоспособным. Абсолютно верно. Но сегодня конкуренция – это только знание. То есть, угу. Это сегодня, скажем так, аргумент номер один. Ключ к успеху. Да, вы правы. И я безмерно горд, что именно в Николаеве, вот в Николаевская община, есть достаточно большая группа людей, которые осознали важность этой, скажем так, этого фактора для жизни города, для перспективы развития города Николаева, выступили инициаторами проведения фестиваля первого в Украине именно в Николаеве. Поэтому, да, поэтому смотрите, мы должны понимать, что неформальное образование взрослых действительно имеет много аспектов. Угу. И гражданское, и экономическое. По сути, все сферы, с которыми мы сталкиваемся. Безусловно. В повседневной смотрите, жизни. Как только мы с вами, вот, проживая нашу жизнь, перестаем учиться, фактически мы начинаем деградировать. Поэтому для современного человека быть постоянно в тренде, быть постоянно в процессе образования, приобретения новых компетенций в том или ином направлении, фактически это, скажем так, залог интересной, насыщенной жизни, а повторюсь, для общины в целом это возможность быть конкурентной. Угу. Поэтому рад тому, что в Николаеве это состоялось. Хочу сказать, что экспертно-общественный совет исполкома городского совета, Елена Николаевна является активным членом экспертно-общественного совета, безоговорочно поддержал эту инициативу. Мы посчитали важным именно в Николаеве провести это мероприятие, рассказать горожанам о тех возможностях, которые у них есть, угу, с точки зрения приобретения знаний и компетенций в различных направлениях. Поэтому вот это была цель, я считаю, что она достигнута. Да. И, скажем так, мы можем поздравить горожан друг друга с тем, что в этом плане Николаев тоже преуспел, да. Абсолютно верно. Я хотела бы добавить, хорошо, и уточнить кое-что. Дело в том, что фестивали неформального образования взрослых, они, конечно, проходили. Ну, предположим, в Одессе, наших соседей, проходит фестиваль «Анима», женских тренингов. Угу. Дальше, в других городах тоже, но такого формата, как у нас, а главное, впервые в городе, конечно, не было. Мы назвали наш фестиваль «Human Design». Это есть такое большое направление. Это не фестиваль по human дизайну, просто мы взяли идеи, которые нам близки, уникальности каждого человека и развития этой уникальности. Вот это первое, что я хотела добавить. Да? Я вот надеюсь, он будет ежегодным. Правильно? Я сейчас скажу об этом. Мы подводили итоги, мы первый раз подвели итоги по результатам. И я еще добавлю к тому, что сказал Артем Николаевич. У нас собралась удивительная команда. Вот, ну, просто удивительная команда тренеров. Это и Артем Николаевич, это и Владимир Борисович Евсеев, декан Южной школы бизнеса, это и Сергей Стужук, это и Олеся Братусь. Ну, я немножко хотела бы сказать, и команда фестиваля. Мы сегодня переживаем послевкусие, после действия фестиваля. И решили остыть немножко, да? Потому что очень много просьб. Вот лично я хочу ходить. Я хочу посетить и ту локацию, но только я хочу посещать тренинги. Поэтому у нас будет межтренинговый период. Угу. Он уже начался. И на базе вот этих вот центров мы будем показывать те тренинги полномасштабные, которые прошли как демонстрационные версии в этом фестивале. Ну, если можно, я еще скажу про локацию. Конечно, да, интересно о локациях еще узнать. И интересно, могут ли приобщиться еще николаевцы, которые только узнают об этом. Конечно. Да? Сейчас расскажем. Да. Сейчас расскажем. Но я бы хотела, если Артем Николаевич мне позволит, он рассказывал о своей локации. Теперь я, как координатор, расскажу о своей локации. У нас в городе появилось уникальное явление. Оно еще не принято, но я абсолютно убеждена, что сессия, что депутаты примут, это громадский бюджет или бюджет влияния. И этот бюджет, он начинается, это процент от бюджета города, он начинает действовать с 2018 года, и все граждане, вся громада города может подавать проекты, которые бы улучшили жизнь в городе. Мы прошли обучение по ОСИ, получили сертификаты наш центр. Мы готовы помогать жителям города разрабатывать проекты. Мы очень признательны. Воплощать, да, в их жизнь. Воплощать будет одно дело идея, все-таки главное ее реализовать. Понимаете? Да. Ну, наверное, может быть, имеет смысл как-то в очередной раз на эту тему поговорить, потому что люди очень не представляют, как работает громадский бюджет и как в него включаются николаевцы. Но я хотела бы поблагодарить нашу мэрию очень искренне, нашу Шуличенко Татьяну Васильевну, это директор департамента экономического развития,
Она принимала участие и в фестивале, и в тренинге рядом со мной, и рассказывала, что такое громадский бюджет, и рассказывала, какова роль мэрии, какова роль горожан. Поэтому это было очень интересно. Вообще, я могу про свою локацию долго рассказывать, но, наверное, я хочу уступить место еще раз Артему Николаевичу, потому что да, были потому что не менее интересные локации, которые вот. Он тоже может представить. Интересно, хотелось бы узнать, все-таки для николаевцев, есть ли возможность приобщиться и, соответственно, куда обращаться, чтобы стать, скажем так, слушателем этого университета, назову так. Смотрите, народный университет да. у нас получился. Можно сказать и так. Смотрите, действительно, вот то, о чем говорила Елена Николаевна, очень много направлений, компетенций, которые, в принципе, нужны горожанам разного возраста. Поэтому одна из компетенций, да, как быть активным гражданином, каким образом осуществлять контроль за действиями власти. То есть это, ну, я думаю, что сегодня тоже одна из наиболее востребованных тем. Общественный бюджет – это еще один инструмент участия граждан без, ну, непосредственно в управлении городом. Что касается нашего направления деятельности, мы показали. Меня поддерживает, я не полностью раскрыла, он решил воспеть все-таки. Да, я предлагаю, давайте, друзья, мы тезисно еще все-таки напомним, как можно приобщиться, потому что смотрю, что время, да, у нас уже выводит нас скоро уже с эфира. Понятно. Ну, в первую очередь, есть страница в Фейсбуке фестиваля, очень легко найти, значит, фестиваль Human Design. Есть страница Центра европейского образования, есть страница Николаевского центра поддержки бизнеса. Вот там как раз мы говорили о тех экономических знаниях, о компетенциях в сфере финансов, которые необходимы каждому жителю. Доступ поэтому имеет абсолютно любой абсолютно житель Николаева. Все свободно, да, это открыто. Да. Я имею в виду на образование, на посещение этих тренингов. Конечно, никаких ограничений. Так что, друзья, без ограничений есть возможность получать знания, которые помогут вам быть конкурентоспособным на рынке труда, но и самое главное, строить себе счастливую жизнь. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли. Увы, мы во времени ограничены, но я думаю, что будет еще не одна у нас встреча в эфире.